Ангелина Гнеровская. Оценка гораздо выше. Соответственно, естественно, увеличивается риск ошибок. Ну, рисковая девочка. Я хочу сказать, что наш вид спорта очень сложен тем, что нужно очень много работы для того, чтобы так легко и непринужденно выполнять такие сложные элементы. Зрительно, мне кажется, что просто это делать все. А на самом деле 6-8 часов ежедневной работы в зале. Вот залог успешных выступлений.